Так, ну сегодня мы приехали на морвокзал Одессы не за морскими пейзажами и не за этим, а на праздник, фестиваль, слет всемирной игры World of Tanks. 6-й международный фестиваль в Одессе. Ну что ж, заходим. Вот там боевые, все через кассу. Сразу вот такая вот огромная очередь. Мавзолей. Титульный спонсор. Вот такие красивые девочки. Делайте ставки, господа. Пока еще нет, но можно. Удачи. Спасибо. Всем хороших заработков. Так, на очередь. Как мавзолей. Народ стоит уже третий час. По-моему, без абсолютно никаких шансов попасть внутрь, потому что там всего человек 10, а очередь. Здравствуйте. Расскажите нам, зрителям нашего канала, что здесь происходит. Здесь проходит участие в World of Tanks игра. То есть, что мы здесь делаем? Вы можете принять участие, сыграть в компьютерную игру. Международный, да? А? Международный? Не совсем. То есть... Поскольку человек заходит на карте компьютера по одному человеку, то есть тут где-то 80 компьютеров. Так, и вот эта очередь надеется попасть еще, да? Это по играм. Они все попадают. И сколько людям предоставляется времени? Одну игру. Одну игру, да? Да, они заканчивают бой, им начисляются очки на карточку, и они приходят и обменивают на подарки. Спасибо. Можно пройти с ним? Да. И старый млад этой фантастической игре, как и любви, все возрасты покорны. Я надеюсь, что вы помните, что у нас здесь происходит. Я просто Ребята, закончим наше комментирование. Замечательный плейсмент. Куда ходить, куда идите. Причем, кстати, уже открылся личный шоу. Если вы хотите попытаться удачно, ребята, это тяжело сделать. Если хотите, опять же, сюда, перетягивайтесь, не перепрыгивайте.
не надо, не пустят. Личный зачет, 4 места, будут разные призы, все дела. Там все расскажет подальше. Еда. Кушать полезно, кушать можно, кушать много, кушать быстро. Дальше идем. Презентации. Компьютеры, всякие красивые мониторы. Потом, прямо позади вас, есть стенды ребят, которые будут сегодня нам помогать проводить мероприятия, которые спонсировали это мероприятие. Спасибо им огромное. Ребята, спасибо, не знаю, что я взяла. Куда можно тоже приходить, на каждой сцене практически есть один вопрос. Там вам тоже расскажут. Просто завязать свои фамилии, проводить рекорды, если хорошо, обязательно себе и все. Генеральный титульный спонсор. Дальше там идут портики тоже, где есть обычные розыгрыши, тоже можно попытаться поучаствовать. Много всякого. Вот прям много всякого. Даже если там не играете, я вам слушаю, если есть то, что вы будете. Также у нас есть разрисовка лица, всякие много всего. Если вы будете фотографировать, там есть замечательный портик, где ребята делали клевые косплей. Вот эти вот ребята, кстати, в упражнении на косплей, если что-то могут посмотрим, не надо. Что же я могу сказать? Первый матч у меня с вами закончился. Это было довольно интересно, конечно, будут играть. Когда-то мы ставили за все замечательно. И давайте же вспомним, где мы с вами находимся. А мы с вами находимся в городе Одесс. А это замечательный город. Я не объяснил, мы не просили. И это как я позвонил в Одесс, но как бы проезд не оказался в Одесс. Да, все это установить, подключить стоило немалых денег, времени и усилий. Арендовать площадь. Да, игра 21 века, заменившая по массовости вообще, а по интересу и по множеству вариантов игры, пожалуй, переплюнувшие даже шахматы. Ну, многие скажут, ну ты хватил, сравнил, да? Да, дорогие друзья, здесь тоже нужно думать, просчитывать варианты на 10 ходов вперед желательно. И свои, и противника. Учиться коллективной игре. Ну и самое главное, дорогие друзья, лучше, гораздо лучше воевать, сидя за монитором, чем сидя в окопе. Если люди, им нравится военная техника, нравятся войнушки, вот достойная альтернатива, достойная замена. Главное, как и во всем, дорогие друзья, это чувство меры. Потому как известно, точно, я еще не сказал, а уже подтвердили. Ну, как известно, лекарство от яда отличает только доза. Поэтому, дорогие друзья, дозируйте свое участие в этой игре не в ущерб семье, жене, детям, обществу, работе. И каждый, как и в алкоголе, и в остальных
показах и вещах, должен знать свою меру, свою дозу. Граем, да перемагаем. Ну, я думаю, что наконец-то вам немножко подсвежило память, где вы живете. Может, вы забыли, не знаю. А теперь на самом деле человек, который даже представляет, потому что все знают, кто это, человек, благодаря которому... Ну, сейчас посмотрим, кто это. Краски, благодаря этому человеку в Одессе есть много возможностей проведения подобных мероприятий, киберспортсмены. Все, как бы, я просто знаю, на фоне всех остальных городов Одесса пока самая передовая в плане киберспорта. Поэтому спасибо огромное этому человеку. Это мэр города Одесса. Я думаю, что мы его пригласим на сцену. Здравствуйте. 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 Я думаю, что вы справитесь. Да, думаю, да. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые спортсмены. Добрый день! Ребят, на самом деле я не буду долго говорить, все вы в игре. Вы знаете, что я поддерживаю спорт, сам занимаюсь спортом, причем в любых его проявлениях, абсолютно в любых. Любое направление в спорте – это движение, это жизнь, это увлечение, это страсть, это азарт, это адреналин. И не создавать условия для вас, для игры, это преступно. Поэтому мы, поскольку не преступники, мы создаем эти условия. Я благодарен всем инициаторам данных фестивалей, данных чемпионатов. Я хочу сказать, что мы будем вместе развивать, поддерживать. Я рад, что в нашем городе это началось. Инициатива началась со спортсменов. Никакая власть, никакая администрация этого не навязывала. Наша задача не мешать, а лучше помогать. Поэтому мы помогаем. Мы провели соревнования среди школьников, школьная лига, студенты. Сегодня открытый фестиваль, открытый чемпионат. Я желаю всем получить порцию.